Вы говорили про Нагорный Карабах. Я оказалась в Нагорном Карабахе, и, к сожалению, у нас там нет связи. И я, конечно, злилась жутко совершенно, потому что я прилетела на 3 дня, психовала без телефона, все. И знаете, успокоилась, понравилось. Сейчас, конечно, сложно себе представить вообще, что будет, если не будет связи, всего этого ВКонтакте, Фейсбук и все, там, Твиттер и все остальное прочее. Начнут больше общаться люди. Нам этого сейчас настолько не хватает, что мы вообще, особенно молодое поколение, это просто, конечно, катастрофа. Они совсем не умеют общаться. Они не собираются по вечерам дома, там, не сидят, не пьют, не общаются. Они действительно целый день сидят в интернете. Поэтому, ну, не хотелось бы, потому что это для нас возможность себя показать, и чтобы на нас узнали, это реальная возможность с точки зрения, как бы, и рекламы, и всего остального. Мы используем все эти ресурсы для того, чтобы продвигать себя. Но этого не произойдет. Но если произойдет, ничего страшного не будет.